Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи сегодня прибыл первый грузовой рейс «Формулы-1». Чартерный рейс из Сингапура доставил болиды, которые примут участие в королевских гонках. В Сочи задержаны серийные воры велосипедов. Для краша не облюбовали подъезды адлерских многоэтажек. 5 раз по миллиарду в год. Сочи получит субсидии на ремонт дорог. Об этом сегодня заявил глава города Анатолий Пахомов. Сочи планирует открыть еще 11 парков и скверов. Об этом стало известно на открытии форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха. В аэропорт Сочи сегодня прибыл первый грузовой рейс с машинами «Формулы-1». Чартерный рейс из Сингапура доставил оборудование и болиды, которые примут участие в королевских гонках. На борту «Боинга» груз весом около 122 тонн. Часть уже доставлена на Сочи-автодром. В течение недели аэропорт Сочи примет еще 7 грузовых рейсов международных авиакомпаний. Самолеты доставят очередное оборудование для проведения российского этапа «Формулы-1», в том числе болиды команд. Все машины, шасси и детали гоночных автомобилей упакованы в специальные контейнеры. Аэропорт Сочи в 5-й раз принимает спецрейсы крупнейшего международного соревнования. Ранее на Сочи-автодром уже прибыл ряд грузов, которые были перевезены морем до Новороссийска, а затем доставлены к месту проведения российского этапа королевских гонок. Этап «Формулы-1» пройдет в нашем городе с 27 по 30 сентября. В Сочи задержаны серийные воры велосипедов. Злоумышленники похищали железных коней из подъездов адлерских многоэтажек. Два приятеля, 23-летний сочинец и 25-летний уроженец Абхазии, промышляли в основном в селе Веселое на улице Худякова. Они заходили в подъезды многоквартирных домов и кусачками перерезали тросовый замок. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение злоумышленников и доставили их в отдел полиции. Уже установлена причастность мужчин к 5 кражам. Общая сумма ущерба более 200 тысяч рублей. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Ведется следствие. Мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто пострадал от действий данных лиц, незамедлительно сообщить в полицию по телефону 102. Старый новый директор, руководителя муниципального казенного учреждения управления капитального строительства вместо Андрея Жердева вновь стал Семен Андриенко. Он занимал эту должность с 2013 по 2016 год. Затем работал в краевых ведомствах. Об этом стало известно сегодня на планерном совещании главы города. Какие цели теперь поставлены перед департаментом, расскажет Елена Овсецина. Строительство социальных объектов в следующем году будет увеличено в 2 раза. Это несколько школ и детских садов на Макаренков, Дагомысе, Мамайкове, Меретинке и Красной Поляне. Глава города возлагает большие надежды на нового руководителя муниципального казенного учреждения управления капитального строительства Семена Андриенко, который является заслуженным строителем Сочи. К тому же наш город вошел в федеральную программу по ремонту и строительству дорог. А это значит, что Сочи в течение 5 лет будет получать по 1 миллиарду в год на эти цели. Мэр Сочи поставил задачу за это время привести в порядок трассы на побережье и в сельских зонах. По миллиарду в течение 5 лет даст возможность не только отремонтировать наши дороги муниципальные, в том числе и в селах, но и построить те дороги, которые сегодня находятся в гравийном исполнении. На планерке были подведены итоги работы муниципального водоканала за год. Во-первых, ликвидирован дефицит воды в центральном районе Сочи. Во-вторых, прекратились аварии на водоводе на улице Медовая. Восстановлена в полном объеме работа бзугинских очистных сооружений. Принята инвестиционная программа и тарифы на подключение к сетям. Впервые введен тариф на техническую воду для сел. Такая же системная работа должна быть налажена в спецавтохозяйстве по уборке мусора, отметил мэр Сочи. К сожалению, жители, так радеющие за чистоту курорта, сами не спешат оплачивать вывоз мусора. Больше всего претензий к предпринимателям, которые не заключают договоры с САХом. Одним словом, мусор еще есть, а денег на его вывоз нет. Брошенного мусора у нас очень много, то есть не абонентов. И на этот неабонированный мусор предусматривается дотация. Но все время решать эту проблему за счет бюджетных средств нельзя, говорит глава курорта. А значит, нужно усилить работу контрольных служб САХа и строже работать с неплательщиками. А тем временем Сочи строит планы на следующее лето. Планируется запустить чартерные круизные рейсы из Сочи в Турцию уже 1 июня. Договор между главами черноморских городов и техническими исполнителями планируется подписать в дни проведения «Формулы-1». Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.
В Лазаревский район начали привлекать новых инвесторов. Так уже рассматривается проект строительства в якорной щели комплекса спортивной рыбалки. Проект представят на инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи в феврале. В перспективе якорная щель сможет принимать международные соревнования по рыбной ловле. Рядом предстоит построить причал, но сначала надо оформить документы собственникам земли компании РЖД. Для этого создадут совместную концепцию развития района. Сейчас идет поиск и других инвесторов, у которых есть капитал и интересные идеи. Для этого на портале invest.sochi.ru открыт раздел, куда можно отправлять заявки. Принимаются предложения с привязкой к конкретным территориям и экономическими расчетами, а также проекты, которые могут быть интересны с точки зрения туристической привлекательности. Со своей стороны, администрация города готова оказывать инвесторам консультационную помощь и сопровождение. С грядки на прилавок фермерские дворики начали работать в Лабинском районе. Сегодня один из них во время рабочего объезда посетил глава региона. Вениамин Кондратьев пообщался с фермерами и покупателями. Сейчас на ярмарке всего около 20 торговых мест. Продавать здесь могут только те, кто сами вырастили или произвели продукты. Поэтому на прилавках исключительно местные овощи, фрукты и молоко. Насколько вам, в первую очередь, удобно вот на фермерском дворике реализовывать свою продукцию? Наш клиент очень доволен, потому что здесь у нас есть парковка в свободном доступе. У нас график работы шикарный, мы работаем с 8 до 7. Это очень людям удобно, мы работаем без выходных, без перерывов. Плюс ценовая политика людей устраивает, поэтому все очень довольны. Ты абсолютно верно говоришь. Две задачи. Первое – это вам максимально обеспечить гарантированный сбыт. У вас должен быть свой угол, где вы всегда сможете сбывать свою продукцию. А вторая задача – это у жителей напрямую у вас, у производителей, покупать то, что вы производите, выращиваете или делаете, в том числе сыр или молочные продукты, по цене производителя. Как бы мы ни говорили, но любые торговые сети – это посредник. И кому нужно, он придет к вам купить натуральное, в первую очередь, экологически чистая, это однозначно, но и доступная по цене. Также во время рабочей поездки в Лабинский район Вениамин Кондратьев побывал на одной из крупных животноводческих ферм. Сейчас там насчитывается более 2000 голов коров. Все они особой абердин-ангусской породы. На приобретение молодняка предприятие получило около 6,5 миллионов субсидий из краевого бюджета. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. «19 сентября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 23, плюс 25. Морская вода 24 градуса». Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров «Море золота и драгоценных камней. Скидки. Акции». Ежедневный розыгрыш призов среди покупателей с 20 по 23 сентября. Гранд-отель «Жемчужина». Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров от Соут. Море золота, новинки фэшн-индустрии, хендмейд изделия, скидки, акции. С 20 по 23 сентября. Гранд-отель «Жемчужина». Категория 0+. В Сочи в ближайшей перспективе планируют открыть 11 парков и скверов. Об этом сегодня сообщили на открытии форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха. Он проходит в Сочи уже почти три десятка лет и из года в год собирает на побережье все больше профессионалов отрасли. Форум профессионалов индустрии развлечений и отдыха вот уже 28 лет является главной площадкой для обсуждения проблем и достижений отрасли и неизменно проходит в Сочи, в городе-парке, городе-центре развлечений. Сочи всегда является лидером. Ну, во-первых, это южный город, да? Во-вторых, это туристический город. Со всей нашей России плюс зарубежные гости всегда приезжают в Сочи. Юг позволяет, собственно говоря, сделать парк очень красивый, да, то есть, ну, начиная от простых таких парков, да, ландшафтных, то есть Дендрария, да, то есть еще Ривьера, то есть в Сочи всегда появляются какие-то новинки. В этом году в форуме участвуют более 200 представителей парков развлечений и отдыха, производителей аттракционов из 37 регионов страны. Международный статус мероприятию обеспечили коллеги из Италии, Казахстана и Белоруссии. Одна из ключевых тем нынешнего съезда – парк как неотъемлемая часть формирования комфортной городской среды. В стране действует федеральная программа по созданию и благоустройству зеленых зон. В том числе в ее рамках в Сочи будет разбито более 10 новых скверов. В ближайшее время краткосрочный план – это создание 11 вот таких зон. Это небольшие парки, скверы. В прошлом году по этой программе было уже открыто 4
таких места. Один из вопросов, который обсуждается из года в год и является главным, это безопасность эксплуатации аттракционов. В ходе форума участники обсудят вступивший в силу документ, который в том числе регламентирует ввоз и эксплуатацию аттракционов из-за рубежа. В этом году Государственная Дума приняла о том, что будет введен государственный надзор региональный за аттракционами. Вступление планируется с 1 января 2019 года. Ну, вот эти все вопросы текущие уже, так сказать, они чисто профессиональные, мы будем осуждать на форуме. Ну а завершит форум индустрии развлечений церемония награждения победителей конкурса «Хрустальное колесо». Его проводят среди парков культуры и отдыха. За годы проведения церемонии в число лучших несколько раз попадал парк «Ривьера». «Хрустальное колесо» доставалось и Сочи парку, как лучшему тематическому. Попадут ли парки Олимпийской столицы в число победителей в этом году, станет известно 21 сентября. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Жители Сочи смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Мобильные пункты будут работать на курорте в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ-экспедиция». Она пройдет с 8 по 11 октября. Любой желающий сможет сдать необходимые анализы и получить консультацию специалистов. В ходе проекта пройдут 7 обучающих семинаров, на которых слушателям расскажут о клинических проявлениях ВИЧ и СПИДа у взрослых и детей, методах диагностики, лечения и предотвращения заболевания. В качестве спикеров выступят ведущие специалисты федеральных учреждений здравоохранения в этой области. Акция пройдет в 30 регионах России. В Народном университете Сочи начался новый учебный год. Студенты, они же пенсионеры, вновь приступают к обучению, благодаря которому многие трудоустраиваются. Вот уже 5-й год общественная организация занимается рядом социально значимых проектов, один из которых – работа со старшим поколением. Занятия с пенсионерами проходят под девизом «От возраста дожития к возрасту счастья». Сегодня в санатории знания, который выступает главным партнером Народного университета, состоялось открытие очередного учебного года. Качество жизни старшего поколения россиян. Именно этот вопрос является основополагающим в Народном университете. А задача спикеров, которые выступают перед сочинскими пенсионерами, рассказать о передовых, в том числе международных проектах, вооружить студентов 50+, самыми современными методиками, технологиями и опытом работы. В программе обучения финансовая и компьютерная грамотность, курсы английского языка, психология. Реализуется здесь и ряд культурных проектов, музыкальных, танцевальных. Пенсионный возраст – это возраст счастья, утверждают идейные вдохновители проекта. Потому что вот предыдущие года показали, что люди не просто посещают занятия, со временем они начинают формировать свои общественные проекты, они получают гранты. Вот за несколько лет, благодаря усилиям слушателей и актива Народного университета, в Сочи было привлечено несколько миллионов рублей грантовых денег. То, что идет на социальные проекты, то, что помогает сделать жизнь наших пенсионеров лучше. Кто-то нашел новую работу интересную. Наш главный слоган «От возраста дожития к возрасту счастья» – это та задача, над которой мы работаем. И я могу смело сказать, у нас есть повод для гордости. К слову, стать студентом Народного университета могут не только пенсионеры. Провести время с пользой можно и тем, кому 20. Соответственно, разработать проект и рассчитывать на получение гранта может любой слушатель. Мы сейчас разрабатываем программу, и как бы эта программа, она войдет в грант фонда Тимченко, где наши студенты будут экскурсоводами на исторических маршрутах в городе Сочи. И вот 5-й год обучения показал, что от возраста дожития к возрасту счастья мы дорогу проложили. И люди очень охотно идут сюда. У нас учащиеся из Сочи, из Дагомыса, из Веселого, естественно, Садлера. И популярность университета растет. Программа нового учебного года будет более чем насыщенной. К тому же на этот раз вместе с ежегодным слетом народных университетов в санатории знаний пройдет и декада зрелого возраста с 14 по 23 ноября. Сюда съедутся 2000 участников из 70 регионов страны. Задача все та же – способствовать тому, чтобы пенсионный возраст стал возрастом счастья. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Санкт-Петербург и Сочи глазами молодых художников. В музее Островского сегодня открылась выставка «Вдохновение». На ней представлены работы Марии Горлинской и Ксении Романович.
В экспозиции более 30 акварельных пейзажей с видами Санкт-Петербурга и Сочи. Эти два города много значат для художниц. В северной столице обе окончили Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Сегодня Горлинская и Романович работают архитекторами, но увлечение акварельной живописью не прошло. Особенно тяготеют художницы к городским пейзажам. Свои работы девушки уже представляли не только на всероссийских, но и зарубежных выставках. Мария Горлинская принимала также участие во всероссийском конкурсе «Художники России за чистую воду», а в 2014 году состоялась ее персональная выставка «Сочи в акварелях». Нынешняя экспозиция в музее Островского будет открыта до 30 сентября. Сочинец Матвей Карась завоевал бронзу всероссийского турнира по дзюдо. Он прошел в Армавире на базе недавно открытого Краевого центра олимпийской подготовки. Всероссийские соревнования по дзюдо на призы председателя Следственного комитета России были посвящены памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга. Старт турниру дали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Всего участие в соревнованиях приняли 156 спортсменов из 11 регионов страны – Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской области, Подмосковья, Татарстана и даже Камчатки. Были разыграны 9 комплектов медалей в разных весовых категориях. Из сочинских дзюдоистов отличился Матвей Карась. Боролся он в весовой категории до 73 килограммов, где состязались 19 атлетов. За выход в полуфинал Матвей одолел за 2 минуты 40 секунд борца с Камчатки. Затем в полуфинале уступил по баллам спортсмену из Карачаева-Черкесии. Но реабилитировался в утешительной схватке за третье место и одолел представителя Адыгеи, завоевав бронзу турнира. Матвей Карась, воспитанник 10-й сочинской спортшколы, юноша уже неоднократно становился победителем и призером турниров различного уровня по самбо и дзюдо. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях: Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь, такая, как любишь, такая, как нравится, такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17.